Хотите изменить судьбу, стать удачным, успешным, жить, как и я, под флагом счастья и радость? Идите ко мне и проходите первую обновленную ступень школы Кайлас. Я обещаю каждому, кто прошел первую ступень школы Кайлас, обновленную, обещаю, что каждый человек получит обратно от меня деньги в случае, если это ему никак в жизни не поможет и не изменит его судьбу. Я уверен, что в большинстве своем люди, которые проходят и покупают за свои деньги мою первую ступень и проходят ее от начала и до конца, это люди, которые разделяют потом свою жизнь до прохождения первой ступени и после прохождения первой ступени. Это в большом количестве подтверждено. Допоможіть розібратися, як же правильно. Айзон допоміг, мабуть. Наталія Іванова, подскажите, планирую переехать в какой район Харкова? Безопасно было бы переехать. Спасибо. Самое лучшее место в Харкове — это место Пушкинской и Московского проспекта. Вот на Московский проспект до станции метро Киевская. И вообще самое лучшее место — это станция метро Киевская, станция метро Пушкинская, до Барабашова. На Барабашова нет, и на Холодную гору тоже нет. И вот это место как раз оно самое лучшее. Вот в этом месте очень хорошо переезжать, и там хорошо жить.